сделать. Гусев может выманить на себя, стянуть обороняющихся игроков, нахитрить, намудрить, а потом Лехтонен из зоны поражения отправит шайбу в ворота, как он это сделал несколько минут назад. Кузьменко, Гусев. А прижались игроки авангарда к своим воротам. Лехтонен подбирает шайбу. Бросать неудобно, не выдвинулся Телегин. Но это не спасло авангард, потому что последовал перевод направо. И Хуснутдинов принимает поздравления. Убийственное большинство в исполнении СКА. Мы видим начало второго периода. Два большинства, два гола. И в данном случае опять все те же лица. Только Гусев подает на Лехтонена, Лехтонен на Хуснутдинова. Бросок Судинова и шайба ворот.